Я знаю, что мы будем делать. Да? Нам нужно убираться отсюда. Но я еще не закончила. Не исполнила свое предназначение. Если вы умрете, то ничего не закончите. Гарит, нужно уходить. Мы должны подняться на поверхность. Ладно. Хорошо. Поднимемся на поверхность. Но печать нужно взять с собой. Это ключ ко всему. Йоханнес, что вы здесь делаете? У вас талант задавать неправильные вопросы, мистер Рид. Я пришел, когда узнал, что вы здесь. Меня это удивило, ведь в прошлый раз вы казались вполне здоровым. Я был под водой, а больше ничего не помню. Вы потеряли сознание под водой? Тогда вам повезло, что вы вообще остались живы. Если бы не царапины, я бы подумал, что вы просто слишком много выпили. Что вы делали под водой? Йоханнес, я видел под водой какой-то древний храм. Он выглядел странно. Просто кошмарно. Хорошо, я вам верю. Не буду выпытывать у вас подробности. А куда делись мои вещи? Я должен немедленно их найти. Я что, похож на работника больницы, мистер Рид? Нет, простите. Впрочем, вы переживаете за печать, верно? Вообще-то да. Ну, конечно. Не волнуйтесь, мистер Рид. Я сделаю все, чтобы помочь вам. Может, вы ее выронили? Тогда стоит вернуться туда, где вас нашли. Советую спросить у персонала, где это случилось. Йоханнес, скажите мне правду. Откуда вы узнали про печать? Скажем так. Собирать информацию – это мое хобби. Именно так мы с вами и познакомились, верно? В общем, когда найдете печать, приходите в мой театр по этому адресу. К тому времени у меня уже будет план действий. До встречи.